Как, девишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатисержант Армейский. Ого, это кто мне такое высокое звание-то дал? Я вон в школе максимум курсантом была. И сегодня мы находимся там, где хуже даже, чем в школе, потому что здесь все люди каждый день просыпаются в 5 утра. Сегодня мы находимся там, где нет торговых центров, нет магазинов одежды, нет ничего, где человек может выйти и купить себе, потому что здесь одежду выдают бесплатно. Правда, она всегда одинаковая и всегда одного и того же цвета. Зеленая. Сегодня мы находимся там, где никто не играет в PlayStation, в компьютер, в Лего, в машинки, в Барби, потому что здесь у всех одна и та же игрушка. Автомат Калашникова. Я знаю, где мы находимся. Это точно Йошкар-Ола. Помнится мне, я приезжала сюда один раз. Так меня в аэропорту встречали люди в форме, с автоматами. Страшно было так, что пипец. А потом ты идешь по городу. Ну вот это вот, нет, это ни кукурузки, ни соков, ты ничего там не купишь. Там только все люди картошку чистят. Стоят ведра с этой картошкой, ножики у всех там торчат. Они ходят, маршируют, что-то делают. Страшно, пипец, этот город лучше, конечно, не ездит просто так. Вот скажи мне, пожалуйста, когда ты в своей жизни была в Йошкар-Оле? Вот какой это год был? 13-й. И чё ты там забыла? А вот это вот какая вот у тебя уже разница? Вот это в 13-м году мы с тобой ещё знакомы не были. Так что вот это всё. Ладно, потом расскажу как-нибудь. Это секрет. Оп. Оп. А я что-то не поняла. Ты что-то стоишь-то на месте, а? Ну там деревня уже виднеется. Пошли скорее. И чё, ты даже бога Майнкрафта сейчас сначала искать не будешь нигде? Ты чё тут, тихо давай, а? Тут какой бог Майнкрафта? Это Йошкар-Ола, здесь секретная информация, военная тайна, здесь нельзя его искать. Тогда это время, вот имя даже вслух произносить не будем. Всё, давай тогда пошли. А в какую нам деревню-то вообще идти? Здесь, подожди, здесь у нас сокровищница, там у нас деревня, и вроде там дальше еще у нас одна деревня. Куда мы пойдем сейчас? Пошли в самую красивую. Я всегда по такой логике действую. Ну что, в сокровищницу тогда не пойдем? Да нафиг она нужна, мы из таких уже 100 штук видели. Ну, кстати, тоже верно. Так, слушай, а Йошкар-Ола, оказывается, смотри, какой огромный город. И сокровищница, и две деревни сразу рядом находятся. Ну, так я тебе говорю, у них здесь все хорошо и под строгим контролем. Вертолет на крыше стоит! Там что, на каждом здании вертолет на крыше стоит, что ли? А это их собственный личный транспорт для передвижения, вроде как. Так, ну давай тогда пойдем в эту деревню, зайдем, посмотрим. Ну, если бог Майнкрафта сегодня сказал то, что мы в Йошкар-Оле, здесь все ходят в зеленой одежде, питаются только картошкой, в игры не играют. Ой-ой, кажется, я узнаю Йошкар-Олу. И чё, она прям вот так вот выглядит, когда ты там была 7 лет назад? Ну, ты знаешь, почти прям точно так же и выглядела. Здравия желаю. Здрасте! Все, это, бывай. Давай, мы пройдем, посмотрим, тут Катины знакомые, она здесь в 2013-м была, что-то от меня скрывает, я вот должен выяснить это сейчас. Так. Смотри, какие тачки крутые. Ага, с пулеметами на крышах, вот это крутые тачки. Для безопасности. Ну, для безопасности, да, тогда Йошкар-Ола безопасный. Слушай, я вот не знаю, а в Йошкар-Оле это нормально то, что на каждом дереве у них вот это, самолеты растут вместо яблок. Так я тебе говорю, Йошкар-Ола самый строгий, безопасный город, у них это в норме. У каждого, кстати, жителя здесь свой. Что свой? Самолет. Нифига себе, они здесь богатые, если у каждого здесь свой самолет есть. Что это за город-то такой, еще и огромный, еще и богатый. Так, тогда ты иди направо в этот дом, я пойду налево и посмотрю, что здесь внутри. А так. Ты часто налево-то любишь ходить, а? Ну да, частенько в каждой серии Майнкрафт. В смысле? Но. Так, в сундуке у нас находит... Кать! А? Чего? Это 4 комплекта зеленой одежды, как в начале серии вот это нам сказали, и 4 алмаза! Нифига себе, так тебе сказали, одежду уже бесплатно выдают, и всем подряд, чё мы с тобой это, лысые какие-то самые? Так и да, кстати, ну то, а я тогда алмазы забираю, да, получается? Забирай, слушай, ты можешь мне помочь? Я не могу в эту дверь попасть, она закрывается, я не успею туда заходить. Нажми на кнопку и забегай внутрь, ты чё как нубасися? Ну смотри, я вот нажимаю. Ну и сразу же забегай! Ну быстрее! Она закрывается, я не успеваю! Ну так быстрее, ты что, первый день в Майнкрафт играешь, что ли? Оп! Нет, не получилось, я сейчас... Вот, вот так, оп! Оп!
Попала! Все, попал! Ой, как сложно! Так, а здесь у нас... картофан. Мне повезло меньше. Ну да, 4 алмаза с картошкой вряд ли смогут сравниться. Ну давай картошку тогда ты забирай. Она нам может еще когда-нибудь понадобиться. И давай выходим на улицу, нажимай на кнопку. Ай, блин, сейчас так нажимаю и выходим. А теперь я пойду налево, понял, да? А ты направо. Все, давай иди налево. Ну я тогда в кузницу пойду. Здесь 100% что-то полезное найду. И все... Катя! Шо, ну быстрее не томи, шо там? Сейчас, подожди, я посчитаю и скажу. Да что у тебя с голосом? 11 алмазов в одном сундуке. О, ну ты мои еще 4 приплюсуй. Это мои 4, а не твои 4. Слушай, а что, ёшкар-ола, такой богатый город? Я даже не знал. А ты что нашла? Автоматы и пули, и еще какие-то штуки. Я в них особо не разбираюсь. Только иди сюда скорее. Бери себе тоже. Так, давай. Здесь у нас гранатомет. Автомат! А гранатомет, может, лучше здесь оставим, чтобы на всякий случай ничего не взорвать? Не, да, лучше его оставить. Зная нас, о, это добром не кончится. Смотри, что я сейчас сделаю. Так, это ставим сюда, это сверху чпунг. И смотри, что у меня получается. Розовый автомат. Ты что, сумаку вот это кочерышкой двинулась? Какой розовый? Зачем тебе розовый автомат? А зачем мне в принципе автомат? Если он у меня есть, пусть он будет розовым. Логично? Логично. Ну это на самом деле не очень хорошо. То, что нам дали автоматы в этой серии, это значит, что автоматы нам сегодня зачем-то понадобятся. Так, давай иди дальше сюда за мной. Давай сразу в... Я знаю, зачем нам автоматы понадобятся. Ну зачем? Чтоб стрелять. Так, давай вот сюда заходим, давай быстро. Давай, заходи. Сейчас, тихо. Ой, тихо. Это еще кто такие? Не знаю, кто это такие, но они спят, и мы мешать не будем. В сундук быстро заглядывай, смотри, что там. Ёшкар-оловцы, 100%. Так, смотри, чтобы они не проснулись. В сундуке там ничего ценного нет, поэтому отойди, ничего не забирай. Так, у нас... А здесь... как же изумруды и алмазы? Изумруды и алмазы, ну да, тоже запекать. У меня в инвентаре 31 алмаз! 31, чтоб ты понимала! Все, ничего не забыли? Тогда я тебе предлагаю свалить отсюда так быстро, как только можно. Давай, иди, я буду смотреть, чтобы они... Тихо, шухер! Это что такое? Это кто? Это что это? Это мы не алмазы не крали, мы ничего не делали, оно само. Я походу понимаю, что такое так... По кроватям! Давай, прячемся! Это моя, иди в другую кровать, или в душ спрячься, вообще без разницы, давай! Все, так. Ложись! Яша, не стой, ты лежь на кровать! Рота, подъем, встали, отжали, садились и побежали! Катя, ляжь на землю, на кровать! Так он меня не видит особо, нормально все. Ах, ломоны, тунеядцы, и что жопы развалили, 2 наряда вне очереди. Это ты мне сказал, Шоля, это... Мы тут ни при чем, мы гости, вы должны к нам по-доброму относиться, товарищ это усатый. Мы вообще в гости зашли, вот я здесь только в гостях. Катя в углу, ее там даже не видно, она невидимка, поэтому на нее не смотрите, она невидимая. Мы просто... А что с ним церемониться, пошли отсюда нафиг! Бежим. Я походу понимаю, что это за город. А чё ты мне сразу не сказала, что этот город военный? И сюда нельзя просто так зайти, как мы это сделали сейчас. А я думала, ты сразу поймешь, но это же так понятно было. Вообще прям на поверхности воды лежало. Не-не-не, ну ты понял, что это было? А ну это же классическая казарма с солдатами. Ну. Автоматы, солдаты. Армия. Мы, походу, в армию в этой серии попали. Это, походу, бог Майнкрафта над нами уже так сильно издевается, хоть чтобы нас просто на год забрали в армию, и мы год ролики не записывали. Ну все, здравствуй, небо в облаках. Да, здравствуй, юность в сапогах. Так, слушай! О, мистер Крипер, как я скучала! Здравствуй, дорогой! Даже в армии, мистер Крипер! Ну ты же сказал, что здесь безопасно, что-то нифига здесь не безопасно! А мистером Криперам это как бы вообще пофиг, где находиться, в армии, Ёшкар-Оле или Таганроге. Все, сваливаем отсюда из этой дири, из Ёшкар-Олы. Опять этот хрыщ усатый, давай, пока он нам ничего не сказал, пока нам 2 наряда вне очереди не дал, давай сваливаем отсюда. Вы вдвоем быстро отрабатывать, бегом за машиной. Ой, что это самое? Это что, нам реально бежать, что ли, за ним? Или мы, может быть, все-таки пойдем домой, там, я не знаю, тортик покушаем, чай попьем, а?
Ну, давай, вот по старой логике, если бог Майнкрафта нас прислал в эту деревню, ну ты аккуратно в колодец хотя бы не заезжай! Если бог Майнкрафта нас прислал в эту деревню, значит нам нужно разобраться, что здесь происходит сегодня. Так, ну он говорит за машиной это самое бежать, а что-то я не понимаю траекторию этой машины. Ну, в принципе, ну побежали тогда, что нам делать? Давай, вот это варианта у нас нет. Что-то какой-то странный. Он вообще кокнутый какой-то, честное слово, что он делает. Ладно, побежали. А-а-а! Это минное поле! Ты тут аккуратно, случайно на никакой... Я аккуратно, я никогда вообще... А ты где? Я говорю, что я никогда вот в такое не попадаюсь. Вот эти ловушки для лохов чисто. Я сейчас приду. Давай, я тебя жду. На службу родине прибежал? Вызывали майор, капитан, начальник, генерал, прапорщик? Проверим вашу меткость. Бегом на стрельбище. Ага, ладно. Я тут. Чего, как дела, что вы делаете? Иди сюда. Он сказал, что мы сейчас меткость свою проверять будем. Походу, как вот эти вот солдаты. Это самое, надо вот это, по мишеням стрелять. Давай, ты же в детстве ходила в этот в тир, в кружок стрелков? Ходила, сейчас как нефиг всех тут это самое раздрюкаем. Так, это надо вот отсюда стрелять, вот туда, да? Ну давай, проверим твою меткость. Стреляй по этим мишеням, вот в эти зеленые стекла, скорее всего. Давай. Так, все понятно. Сейчас смотри, смотри, стреляй. Оба! Попала! Попала, не вижу. Ну чё, ты никуда не попала? 5 зеленых стекол давай! Так, вот сюда сейчас стрелюсь. Вот, все, попала, точно слышу, прям что-то попало. Никуда ты, ну в ноги им целься, в стекла эти зеленые! Во, вот так, все, ну все, я попала, я мастер просто на все руки. Ты нифига никуда не попала, смотри, как это надо делать. Берешь, опа, 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 и там еще одно стекло, и даже вот там далеко. А вот, даже вот то сбил. Вот как стрелять надо, в Counter-Strike играть надо, Катюха. А, хрыщ уса, ты видел? Ну, моя девушка как бы не самый лучший стрелок, но я все вот эти стекла позбивал. Все, вот это, задачу выполнили твою. Плохая работа, солдаты, идите чистить картошку. Да ты видел, как он всех с одного раза все стекла повыбивал? Ты чё, офигел, что ли? Слушай, никуда мы не пойдем никакую картошку чистить, а? Какую картошку чистить? Да ты вообще офигел! Он нас на стрельбище отправил, а сейчас говорит то, что мы плохо здесь постреляли! Да никакую мы с тобой картошку чистить не будем. У меня есть план получше. Мы с тобой идем угонять самолет. Погнали! Какой самолет? Ты же на самолете даже летать не умеешь, Кать! Да разберемся как-нибудь по ходу дела. Давай быстрее не очкуй. Главное, на мины не наступить. Я на мины-то наступать. Ну иди тогда покажи хотя бы, как на нем летать. Я даже в Майнкрафте летать на нем не умею, там слишком сложно. Так, сейчас мы заберемся на него. Опа, сейчас подожди, вот это. Мастер-класс от авиационной школы Екатерины Краф. Сейчас полетим. Смотри, разворачиваемся. Набираем высоту. Ты высоты, ты не за ту набираешь, а где высоту? А, тихо, спокойно, сейчас это бомбочка. Ты на ровном месте с... Ты где? Кать! У меня тут все хорошо, все нормально, не беспокойся. У тебя самолет в колодец провалился у меня на глазах! Тихо, спокойно, я сейчас вылезу, тихо, без паники. Ты в колодце? Я ничего вообще не понимаю! Если что, в колодце никого нет! Так, ну вроде да, мы картошку почистили. Что за фигня здесь происходит? Я говорю, мы картошку почистили давным-давно. Решили прогуляться здесь на вашем вот этом авиадроме, вот этом аэропорте. И тут у нас небольшая проблемка маленькая возникла. Но вы не беспокойтесь. Вы скажите следующее мне задание, я пойду его выполнять. И будем ждать, пока моя женщина вернется в это, в Йошкар-Ола. Сейчас повезете меня на дачу. Иди за мной. Ну, веди меня тогда, усатый пенсионер. На дачу я... Кать! Если что, я его на дачу пошел повезти, если ты меня, конечно, слышишь там в колодце. Так, а куда мне идти?
Ты, если ты в следующий раз захочешь в Йошкар-Оле на самолетах покататься, ты лучше этого не делай. Я в такое пространственное измерение 5-го континуума попала, туда лучше вообще не соваться. Я тебе говорил, что лучше ты в этот истребитель не садись, ты же не умеешь ими вот это управлять. Сейчас мы с тобой будем тройное наказание вот это отрабатывать. Так, что дальше надо делать? Это мой личный вертолет, отвезите меня на мою дачу. Слушаемся и повинуемся, мистер генерал-майор подполковник. Личный вертолет на личную удачу его надо. Ну так садитесь тогда. Ты тоже, Катя, садись. Да, давай в этот раз я буду управлять этим вертолетом, хорошо? Ой, да, конечно. А мы с генералом назад сядем, да? Давай, садитесь назад. Так, сейчас бы еще вспомнить, как я же вроде когда-то на нем летал. О, хорошо пошла. Плохо пошла. Подожди. А как взлетать наверх-то? Вот все, пошла-поехала, вроде более-менее разобрался. А в какую сторону-то вообще лететь, я что-то не особо понимаю. Курс на дачу держим, главное под водой пролетай, под водой. Какой водой? Над водой, я имею в виду, над, плохо слышно. Вы там, если что, это корректируйте мой курс, потому что я сейчас в воду кокнусь и все, шандарахнемся, и все, и больше ни на какую дачу мы не полетим. Пс, ты меня слышишь? Да слышу, я тебя слышу. Ты сейчас над водой аккуратненько пролетай, а я генерала тихонечко так в воду толкну. Кого? Все, давай, это самое, без лишних вопросов. Генерал-майор, подполковник, товарищ дорогой, а вы это самое, дача у вас где находится? Ага, ага, так, вот, над водой, давай сталкивай, давай! Все, генерал, пока, пошел отсюда! Какашка, блин, это будет мне еще картошку заставлять чистить. Все, полетел. Я сейчас в воду хлебнусь, Не-не-не-не-не-не-не-не! Я сейчас в воду упаду. До суши. До суши, главное, сейчас, подожди, я в ту сокровищницу отправлюсь, которую мы с тобой вначале видели, вот там где-то. Нам еще надо спасти солдатов, которые здесь постоянно это под гнетом этого генерала как, находились. Подожди, выпрыгивай нафиг из этого, выпрыгивай! Полетели, снега метели! А я, пожалуй, просто с него выпрыгну, потому что я даже не знаю, как его посадить. Катя, лови меня! Ой, ты где вообще? Ого! Так, успел вовремя вот это, успел вовремя открыть парашют! Слушай, Кать, ну, нафиг вот эту, ну, всю армию я тебе предлагаю просто нафиг отсюда свалить прям моментально вот сейчас, пока нас вот эти зомбари посередине пустыни не закокали. Я очень даже поддерживаю твою идею, пойдем скорее. Уважаемые солдаты, перед вами стоят два новоиспеченных генерала. Мы благодарим вас за отличную службу, и вы все свободны. Мы ваши новые руководители. Мы вас отпускаем, все, давай, идите домой, это к мамам своим, это пирожки кушайте. Все, Надь, побежали, все, армия распускается. Больше никакой армии нет, выбрасывайте свои пушки и домой. Все, побежали. Да, автоматы на родину. Мы вас избавили от этого деспота, от этого тирана, от этого генерала, который вас здесь каждый день вот это держал за одно место, не давал нам жить спокойной жизнью. Все, проваливайте. Давайте, спасибо вам, генерал, и вам тоже спасибо, солдаты, за службу. Все, побежали. Маме привет. Да, маме привет, всем привет передавайте. Вот, значит, зачем нас бог Майнкрафта сегодня сюда отправил? Чтобы мы этого генерала в океан выкинули. Слушай, отличный план, отличная идея. Я считаю, мы с тобой хорошо поработали. Ну и, Кать, давай тогда вот эту нашу армейскую. Давай на счет раз, два, четыре. Здравствуй, небо, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Что-то там... Пропади, моя... Что-то тоска, там... Тоска, вот да. Он я, привет, войска! Да...